Тоска, страху рождает чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба. Вы можете себе представить, с каким ощущением судьбы, времени и ответственности я вышел сегодня на эту сцену, чтобы объявить вам, что наш театр начинает 98-й театральный сезон. Прошедший сезон был наполнен разными событиями. Были и успехи, были приобретения, были и потери. И Царство Небесное нашим артистам, которые их дух здесь остался навсегда, которые покинули этот мир. И сегодня я очень рад вам сообщить, что мы начинаем наш 98-й театральный сезон пьесой, спектаклем по пьесе Анара «Уйди из моих снов». Я счастлив, что автор в зале вместе с нами. Итак, друзья, мы начинаем.